Этот протокол не принял ни суд, ни полиция по административке, ни по уголовке. Везде отказ. Это факт. Вот ЦФ БАИ. Ты, говорит, там панику навел. Ты что ли, говорит, типа по всем этим? Все руководство у нас, говорит, там на панике. Ты, говорит, с теми? А он говорит, какой теме? И они говорят, да не-не, я видно оговорился, это не про тебя. То есть они что-то знают и боялись как бы говорить. Конечно. Великая вещь, это прецедент. Это я впервые вижу, чтобы это так расписались. Да, они были в шоке. Я говорю, предлагайте. Они говорят, расписывайтесь. Я говорю, я не хочу. Тогда мы паспорт не дадим. Я говорю, ну хорошо. Под принуждением, под вашу ответственность. Я говорю, давайте. Молодец. Я там такой шухер навела. И тут они забегали. На чужой паспорток не раздевай. То есть ты на словах озвучила и еще и написала. Я и не собиралась просто этот паспорт получать. Он мне нафиг не нужен. Не бьется паспорт. Что значит? Нету такого в базе. Два нотариуса. Не видят этот паспорт? Не видят. Но они вызывали меня, чтобы я их проконсультировала, что происходит. Почему люди так оформляют документы. Домой вернулся, паспорта нет, откуда я знаю, куда он делся. Ушел и не вернулся? Да, да, был, я говорю, и не стало. Вот и все, очень просто. Ой, какая молодец. Любые бумаги, оформленные на основании данного бланка паспорта, будут сделаны под принуждением под их ответственность. В любой момент ты можешь и в суде, и где угодно заявить, что данный бланк паспорта получен под принуждением. Соответственно, любые сделки, основанные на данном бланке, являются недействительными. Сдайте им обратно этот паспорт, нафиг он мне не нужен. Гравюры Леонардо да Винчи, понимаешь? Ты расписываешься, как обычно, без всяких своих этих придурей. Иначе мы, говорит, тебя сейчас так избиваем, что тебя мама родная не узнает. Не просто так побили за то, что протокол не хочет подписывать, а именно за ЦФ БАИ. Пишет, что банк проиграл суд, налоговая что-то там проиграла. Почему протокола имеют все признаки векселя? Ни один документ с этой надписью не проходит в системе. Они не могут ничего с ним сделать. Почему? Потому что вексель аннулируется таким образом. Привет. Привет. Слушай, что там, удалось у нотариусов выяснить, почему нет у тебя в базе их? Так в субботу-воскресенье не работали нотариусы. Поэтому понедельник, вторник еще и приболел, но в понедельник, вторник пойду. Ага. Это я хочу озвучить твою информацию это по поводу паспорта. Даешь добро? Я там замажу все. Даю, даю, конечно. Пусть люди знают, потому что я сама удивлена была всему этому. А у тебя что там, скажи, какие проблемы были при получении? Они это... Там не при получении. Первое, что я со своими заявлениями составила заявление, когда пошла в МФЦ. Угу. Там вообще веселая история была. Мало того, что входишь туда, как я не знаю, как в тюрьму. Угу. Заходишь, трое стоят, которые требуют одеть маски, перчатки, температуру мерят. Вот, в результате я говорю, я не буду ни маску одевать, ни перчатки, что за маскарад здесь бразильский. Нет температуры, да? Ну да. Я говорю, мерить не буду, нет у меня температуры. Давайте будем мерить. Вот. Далее они, значит, говорят, мы не будем обслуживать. Я говорю, тогда пишите отказ, что вы не будете обслуживать. Я говорю, у меня бронхиальная астма. Мне нельзя носить маску. Подожди. Меня детали не интересуют. Меня интересуют конкретные вопросы. Давай я задаю короткий вопрос, короткий ответ получаю. Ну, смотри, я тебе хотела предысторию рассказать, что я там такой шухер навела с милицией вначале, подавала эти заявления. Угу. Потом написала заявление на саму Соломину, подполковника, который паспортного этого стола. Угу. Они меня уже запомнили, как, знаешь, такую, которая спорит без толку. Поэтому, когда при получении я пошла получать паспорт, они уже думали, что тихую быстренько мне паспорт подсунут. Понимаешь, я там подпишусь и убегу. А не тут-то было. Я тут пришла и в форме 1П, ЦФ и так далее, да, БАИ, АР. Они сразу такие, мы вам паспорт не выдадим. Я говорю, что значит вы не выдадите паспорт? Я за него заплатила 30 рублей за бланк паспорта. Я говорю, сейчас милицию буду вызывать, идите вы к подполковнику. А там, кстати, старый такой сидит, уже лет 30 паспорта выдает. Я думаю, что он в курсе, что я сделала. Угу. Не буду давать паспорт, и все, идите к подполковнику в 6-й кабинет. Соломина меня как увидела, я же на нее заявление уже в МВД написала. Угу. Ее же затрясло, она забегала в кабинет обратно. Потом начала принимать, я сижу напротив кабинета. Она начала применять прием, знаешь, такой, когда меня увидела, встаньте, я с вами разговариваю. Я говорю, что значит встаньте?
Я говорю, вы хотите меня пригласить к себе в кабинет? Она такая, да, хочу, хотя никого не пускает к себе. Я говорю, ну, тогда пойдемте. Вот, в результате она все это увидела, говорит, перепишите форму 1П. Ну, чтобы везде был ЦФ, АР, потому что поняла, что спорит со мной бестолку. Ну, я переписала. В результате тот, кто этот мужик, подожди, который выдает паспорта, не знаю, как... Подожди, подожди, ничего не понял. Что значит переписала? Как написала и на что требовали изменить? Когда я подала форму 1П первично, да? Но. Я, когда подавала только, я в графе, что я хочу получить паспорт, я просто поставила свою роспись. Но. Ну, а когда я пришла получать, в графе уже написала имя, отчество, фамилия, и уже написал ЦФ, БАЙ, подпись АР. Так, и тут они забегали, говорят, вы должны подписать именно так, как было изначально написано. Ага. Я говорю, раньше я так подписывалась, а теперь говорю, вот так подписываюсь. Действительно. Да, они такие, подпиши тогда ниже еще подпись поставь. Я говорю, зачем еще ниже я буду ставить подпись? Вот же моя подпись. Ну хорошо, напишите тогда фамилию. Я говорю, зачем? Вот написано. Зачем 10 раз? Я говорю, вам все уже сделал. Тогда мы вам не выдадим. Идите к Соломиной. То есть они требовали... А Соломина... Подожди, то есть они требовали именно фамилию дописать, да? По ГК 19. Да, да. Фамилию или подпись поставить еще ниже. Справа. В углу. Что я делать не стала. Именно в паспорте? Вот. Нет, в форме 1П. Ага. А в паспорте требовали? Вот, а в паспорте я уже сама написала ЦР и так далее, все, чтобы одинаково было. Ну, все-таки выдали, да, паспорт? Выдали, да, паспорт. Но этот вот, который выдает мужик уже лет 30, он, наверное, минут, у него очередь стоит. Люди на него ругаются, говорят, вы будете обслуживать или нет. А он, как загнанный зверек, с моим паспортом и с формой 1П метается по кабинету и никак отдать мне в руки не может. Ага. Я говорю, мне паспорт-то отдадите уже, в конце концов. Я сама у него из рук забрала и говорю, хорошего вечера. Благодарствую. И убежала. Вот. Отдай, что держишь. Да, да, да. Вот, а на следующий день пошла к нотариусу. К одному приехала, паспорт недействителен, не пробивается. К другому недействителен, не пробивается. Ты ему не сказала фразу? На чужой паспорток не раздевай. Нет, я ему, когда пришла форму 1П, вот это подписывать, я говорю, а могу я не подписывать? Вот, я говорю, потому что по постановлению 168, вы имеете право мне предложить расписаться. Я говорю, предлагайте. Они говорят, расписывайтесь. Я говорю, я не хочу. Тогда мы паспорт не дадим. Я говорю, ну хорошо, под принуждением, под вашу ответственность. Я говорю, давайте. Молодец. И влепила им вот ЦФ, АР и так далее. То есть ты на словах озвучила и еще и написала? Да, 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 совершенно верно. И вот они там метались, в результате это растянулось на час. Ну, а далее я уже стала сама изучать, что я получила. Мало того, что они мне дали код подразделения, хотя у меня МВД, и оно работает и действует. Не знаю, почему вдруг я стала паспорт получать. Ну, код подразделения у меня, они влепили. Вот, хотя там... Где зарегистрировано, написано, и код стоит, как-то странно все, и печать уже не миграционной службы, а Министерства там внутренних дел Российской Федерации, какая-то странная печать. Тоже в интернете стала искать эту печать, оказывается, такую печать ставят полиции на удостоверение. Это называется красный мастичный штемпель. Ставится на копиях документов. Ну, может быть. Раньше это было написано на печати миграционная служба. Угу. А теперь не миграционная служба. Министерство внутренних дел Российской Федерации. Ты мне скажи, у тебя аудиозапись не сохранилась, как ты паспорт получала? Нет, я не делала записи никакой, потому что люди стоят в очереди, там человек, наверное, стояло 8 или 10, и все стояли с протоколами, со штрафами на 7 тысяч рублей за просроченный паспорт. А у тебя удалось и без штрафов, и без госпошлины, да? У меня было просрочено на 10 месяцев, я и не собиралась просто этот паспорт получать, он мне нафиг не нужен. Но я продаю дачу, 4 года никак продать не могу, и тут появились... покупатели. Угу. И без паспорта я это сделать никак не могу. Угу. Поэтому я и пошла получать паспорт. И, соответственно, потом ты пришла к нотариусу, а нотариус тебе что сказал? Нотариус ко мне бьется паспорт.
Что значит? Нету будет? Такого в базе. Два нотариуса. Один по улице, другой по не видит, бьется. Не видит этот паспорт? Не видит. А, не видит, да. Я сразу поехала в МФЦ опять, паспортный стол. В чем дело? Подожди, мужик от меня увидел, когда чуть не заплакал. Да, 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 да. Подожди, пожалуйста, у меня миллион вопросов. И уточняю. Давай, давай. О. Давай свои вопросы. А сколько времени прошло с того момента, как ты получила и пошла к нотариусу? А сутки. А, ну, может, еще не дошли данные до нотариуса? Ну, может быть, не знаю, потому что я приехала туда, этот мужик чуть не заплакал, увидев меня уже. Какой? Ну, вот, который выдает паспорта. А. И там выбежим все их компьютерщики, у них комната там, где компьютеры все вводят. Все у нас бьется, все туда заводится, все у вас в базе. То есть они меня прям уверяли. Но я поехала тут же к другому нотариусу. И другой нотариус сказал то же самое. Ну смотри, мы с тобой пробили все три паспорта, которые у тебя были. Два предыдущих, что-то там недействительные в связи с утерей, что-то такое, да? И, да. И последний у тебя паспорт бьется, то есть он действителен. Среди недействительных не значится написано. То есть ты можешь это нотариусу скриншот прям сделать и показать, что вот действительно, ну, да, да. Проверить. Угу. Ты можешь прям... Ну, я думаю, может, действительно из-за того, что только выдали. Подожди, не перебивай, я же не договорил. Угу. Ты можешь прям нотариусу, как это, как вот третий раз пойдешь к нотариусу, если тебе скажут, что не бьется, прям это, направляй их на сайт УМВД и показывай, что паспорт действительно. Угу. Ничего не знаю оформлять, иначе сейчас буду вызывать полицию, короче, нарушением их прав и свобод. Нет, ну это понятно. Да я не растеряюсь, я уже этот год весь с полицией общаюсь, и я не знаю, в январе, и в феврале, и в марте что-то меня понесло. Угу. Они, кстати, когда я только получала паспорт, потом, ну, написала им вот эти все заявления, меня в МВД вызывали сами, не знаю, кто у них там, я не разбираюсь в званиях. Ну вот. Но они вызывали меня, чтобы я их проконсультировала, что происходит, почему люди так оформляют документы. Что граждане СССР, РСФСР, вот это все. Подожди. Они говорят, мы не понимаем, объясните. Подожди, а этот, получается, по поводу суммы, ты говорила, там 7 тысяч, да, надо было за просрочку заплатить, и еще какая-то сумма, 1500, что ли, за что? Это если утеря. Если потерял паспорт, 1500 за то, что потерял. И плюс про срок, если в течение 30 дней ты не успел обменять паспорт, то, ну, если заходит, вот мне 45, да, поэтому угу. Надо было менять. А, вот, 7 тысяч за просрок, хоть один день просрочил, все, 7 тысяч. А у тебя эти фотографии документов не остались? Ты там заявление, форму 1П не фотографировала? Форму 1П не фотографировала, я только вот сфотографировала документы, то, что, да, вот... На подполковник написал мне, что она отказывалась принимать заявление. А заявление первичное заявление на выдачу паспорта ты сфоткала, нет? Шаблону там, ну нет, не сфотографировала, но я там написала, что я гражданка СССР, РСФСР. А причину замены какую указала? Украли. Украли? Да, ну как я сделала? Я думаю, блин, меня штрафуют, зачем? Нет, не хочет. Я почитала законодательство все перед этим. Угу. Поехала в МВД сразу вечером после работы и написала им заявление о том, что у меня украли паспорт вчера. Они как, чего, опишите. Я говорю, ну как, был в сумке, пошла погулять по торговому комплексу. Домой вернулась, паспорта нет, откуда я знаю, куда он делся. Ушел и не вернулся? Да, да, был, я говорю, и не стало. Вот и все, очень просто. Как в ориентировке, вышел из сумки тогда-то и не вернулся. Особые приметы. Да, 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 типа того. Ну вот они мне дали все документы, все, и я уже сфотографировалась и пошла в паспортный стол. То есть ты ничего не заплатила? 300 рублей за бланк паспорта. И все? И все, да. Ой, какая молодец. Ну вот, потому что там разные вещи, утеря и утрата. А получается, те 10 человек, которые стояли, они и 7 тысяч заплатили, и 1500? Да, но если потеряли паспорт, то 1500, да. А так они на обмен, в основном там были, кто просрочил паспорт. Угу. Поэтому 7 тысяч протокола им выписывают так смело. У меня до этого не дошло, потому что я там пришла, ну,
и милиции, и все остальное. Получается, у тебя причина была не утрата, а как? Утрата. Утрата именно? Это утрата, да. Когда украли паспорт, это утрата. А утеря – это вот когда потеряешь паспорт. Ясно. То есть надо писать именно утрата и в отношении неустановленных лиц, да? Сначала надо идти в МВД. Угу. И писать заявление о том, что у меня украли паспорт. А украли кто? Неустановленные лица ты указала или как? Или да, откуда я знаю, кто у меня украл? Вот как я говорил. Не знаю, был в сумке, вот в этом кармане, теперь нет. Ну ты прям писала слово «украли». Я писала, что был в сумке, пропал, обнаружила пропажу. То есть гуляла по торговому комплексу такого-то числа, да, а вот такого числа обнаружила, что паспорта нет. Ну а ты писала такую фразу, что, возможно, украли? Нет, не писала. Просто написала, что было, нет, пропал. Обнаружил пропажу. Ушел и не вернулся. Да, да, да. То есть я не знаю, куда он делся, кто залез в мою сумку. Я вообще сумку ставила, да, там пока рассматривала что-то, мебель и так далее. Mm-hmm. Ну, куда он делся, не знаю. Mm-hmm. Ну и все, это получилось у меня утрата, то есть украли. Mm-hmm. А утрата ничего, то есть не платишь это уже, ну, там за бланк паспорта 300 рублей, и все. Ясно. Молодец. Вот. Это я могу наш разговор разместить для всех? Можно, можно, конечно. Пусть люди знают и не платят. Мне жалко людей так было, когда они в очереди стояли с этими штрафами. Угу. Вот, так что, ну, просто обидно было. И я не могла там рассказывать, потому что они там бегают туда-сюда. Хотела я им всем рассказать, что не надо ничего платить. Угу. А вот ты вот эту между ЦФБ и АР закорючку поставила. Это твоя обычная роспись? Да, обычная моя подпись. Угу. Обычная подпись. Это не подпись, это роспись. Подпись? Роспись, да. Совершенно верно, знаю. Подпись это... Не да ё-моё, да что ж такое? Ну, давай. Вы меня доконаете, вот честное слово. Ну ладно, ты так не самое, как близко к сердцу не принимай. Да как не принимать, если каждый день одно и то же по 50 раз в день? Ну, такие вот, что делать? Учимся? Да и сказать-то, ё-моё. Ну, давай. Получаю, я просто хочу уточнить для всех, что роспись – это именно вот эта закорючка. А подпись, согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, статья 19, это собственноручно написанная фамилия. Поэтому они и требовали от тебя фамилию. Ты, получается, не взяла на себя никакой ответственности, то есть ты не поставила подпись, а ты поставила именно роспись. То есть они хотели, чтобы ты именно взяла на себя ответственность полностью, то есть приняла все долговые обязательства, если паспорт является векселем. Ну да. Получается, что так. Поэтому они и так, и сяк, и едок, видишь, не получилось у них. Ну, смотри, тут следует вывод, что любые бумаги, оформленные на основании данного бланка паспорта, будут сделаны под принуждением под их ответственность. Логично? Логично, конечно. Я этого и хотела. Ну, получается, в любой момент ты можешь и в суде, и где угодно заявить, что данный бланк паспорта получен под принуждением, соответственно, любые сделки, основанные на данном бланке, являются недействительными. Ну, тоже согласна. Ну, я хотела видеть, как разобраться сейчас с этим имуществом и с недвижимостью, и сдать им обратно этот паспорт, нафиг он мне не нужен. Не надо, оставь, это ж великая вещь, это прецедент, это я впервые вижу, чтобы это так расписались. Ну, да, они были в шоке. Ты смотри, вот этот бланк паспорта, потом в будущем, лет через 10, его можно будет с аукциона продать, как прецедентный, понимаешь? Да? Думаешь, не стоит его сдавать? Да нет, конечно, ты что, это же, как тебе сказать? Это как гравюры Леонардо да Винчи, понимаешь? Ну, я их запутал изначально, поэтому они не знают, что делать, и не оштрафовать не смогли. И просто, если он тебе прям совсем не нужен, и ты хочешь как-то от него избавиться, ты просто скажи этому бланку паспорта, чтобы он точно так же ушел из сумки и не вернулся. Да. Но. Ну да, точно. Можно и так сделать, совершенно верно. Все. А потом лет через 20, там, тысячу, через тысячу лет возьмет и вернется. Скажет, о, я нашелся.
Я представляю их глаза, если я приду через месяца два, да, и скажу, что где паспорт пропал. Это называется что, черная вдова. Да. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Да. Соломина бедная там, не знаю, повесится, наверное. Кто? Так что да. Я Соломина, подполковник. Соломина? Соломина, да, которого дает паспорт. Она там на себя корону одела, людей строит. Слушай, а со мной не получилось. Слушай, говорящая фамилия, это же есть такое понятие, соломенный человек. А, может быть. Вот это бумажная фикция, есть такая книга, называется «Соломенный человек». Это вот лет 10 или 15 назад вышла книжка в Америке. «Стромен» называется, то есть «Соломенный человек». И там полностью все вот это расписывается. Кто такие физлицы, это бумажные фикции и все остальное. Может быть. Видишь, какой? Она своей... Да, ё-моё, видишь, какое совпадение? Ага, ну я тебе говорю, она соответствует своей фамилии. Ну, это уже, как сказать, переходить на личности не надо. Нам мы не переходим, я просто говорю, что она соответствует своей фамилии. Ну, или фамилия ей соответствует. Да, что-то такое есть. Так, ну все, благодарствуйте. Да, Антон, звони, если что. Добро. Очень интересненькое буду присылать. Давай, благодарствую. Всего хорошего дня. Пока-пока. Алло, да. Привет. Приветствую. Заново рассказывай. Прошлые выходные, воскресенье, моего брата остановили сотрудники ДПС. Для, ну, там не горевшая фара была, он машину только что купил, как бы ничего не успел сделать, вот, попытался с ними, как бы, просто по-человечески поговорить, что, говорит, я ни разу, как бы, никаких штрафов не получал, может, говорит, как бы так разойдемся. Они ни в какую, но стали на него наезжать. Он говорит, ну, тогда, говорит, предоставляйте документы, жетон, представиться и удостоверение. Они это показали, потом он спрашивает, ну, так как вы являетесь юрлицом, предоставьте мне доверенность. Они сделали круглые глаза, как бы какая доверенность, мы ничего о таком не знаем. Один из них в телефон полез, стал смотреть, что, ну, и реально ли они являются юрлицом. А второй позвонил начальнику, говорит, вот у нас доверенность требует. Начальник ему сказал, срочно выезжайте, позадерживайте его. Вот, они, ну, посадили моего брата в машину, стали оформлять протокол, и минуты через две приезжает начальник. Он остановился. Звание какое? Начальник отдела МВД. Звание какое у него? Звание у него этот, как майор. Подполковник, может? Или подполковник. Полковник, да, наверное, бывший был. А подожди, а до этого он что сказал? Держи его, никуда не отпускай. Он говорит, задерживать его, как бы оформлять, и говорит. Да. Он сказал, что это, держи его, я сейчас сам приеду. Да, сказал, сейчас сам приеду. Ну, брат удивился, что, во-первых, говорит, что он приехал буквально через минуту, как бы вообще быстро. Вот. Я, говорит, как бы сижу в машине на заднем сиденье, начинает мне протокол составляют уже, говорят, все, расписывайся. Ну, говорит, ну и я, говорит, зачеркнул слово подпись, написал роспись и указал, вот, ну, начал писать, говорит, только символ C.F, я, говорит, даже не успел дописать дальше. Начальник из окна, ну, в окно увидел, как бы там, открывает дверь, меня вытаскивает из машины головой об этот, об дверь, толкает и говорит, все, оформляйте его задержание сотрудникам полиции по 19.3. И говорит, ко мне в отдел. Ну, они, говорит, сразу его в отдел, в общем, наручники тут хотели одеть, посадили его в машину. И, кстати, все время пытались вывести из себя, то есть задевали там, толкали, еще что-то. Я ему позвонил, он мне сразу, я ему говорю, ничего не делай, не оказывай никакого сопротивления. Конечно. Вот, привезли в отдел, там вот этот начальник завел его в камеру. А, отобрали телефон, он пытался снимать, у него отобрали телефон. Завели в камеру какую-то, говорит, ну, как бы отдельно, типа кабинет такой, там, говорит, камера стоит, ну, наведена, как бы. Они ее развернули в сторону, ну, вот он сам, точнее, сел спокойно, развернул, говорит, откуда ты, говорит, это все знаешь? Что, кто тебя надоумил вот так расписываться? Он говорит, никто меня не надоумил, как бы. Я это сам знаю, с детства типа так расписываюсь. Он говорит, ты что, меня дурака держишь? Мы, я, говорит, сейчас тебя
и никто не узнает, так что ты здесь даже, что ты здесь даже был. Да. Он говорит, я говорит, ни в какую, как бы, говорю. Ну, конечно, делай, что хочешь, как бы. Все равно, говорит, тут бесправники. А он говорит, сейчас с тобой, говорит, нормально люди поговорят. И приехал начальник областного МВД минут через 5, вот после того, как меня завели в кабинет. Это какая область? Вологодская. Угу. Вот, начальник МВД приехал. И они, говорит, вдвоем начали на меня наезжать. Говорит, рассказывай, откуда ты знаешь. Ты у тебя, говорит, что родственники из СССР есть. Еще что-то там. А я, говорит, ничего не говорю, как бы, я ничего не знаю. Говорит, я вот так вот всегда расписывался всю жизнь. Они говорят, короче, последний тебе шанс. Заводят еще двух мужиков. Там, говорит, два, типа, капитана были и какой-то еще майор. Угу. Они, говорит, такие, с дубинками. Говорят, вот тебе два протокола по новой. Записываем, все, оформляем. Ты расписываешься, как обычно, без всяких своих этих придурей. Иначе мы, говорит, тебя сейчас так избиваем, что тебе мама родная не узнает. Mm-hmm. И, говорит, начинают меня заставлять опять подписывать. Причем протокол сразу вырывает, чтобы я, говорит, нигде в сторону не сделал. Только, говорит, руками вот так прикрыли место, где расписаться, как бы, и все. Я, говорит, все равно снова начал писать эти символы. И меня, говорит, оттолкнули. Говорят, ну все, типа, держись. Ну я, как бы, что, делать нечего. Я говорю, ну бейте тогда, что. Мне с вами все равно не справиться. Подожди, они как... подожди, это с тобой происходило или с твоим братом? С братом. А с братом есть контакт? Он может это сам все рассказать? В принципе, я думаю, может. Ну, давай лучше так сделаем. От тебя достаточно информации, давай пускай лучше брат перезвонит мне на этот же номер. Угу. Это под запись поговорим, если он... Ага, хорошо. Давай, хорошо, ну... детали, это очень важная информация. Угу. Не просто так побили за то, что протокол не хочет подписывать, а именно за ЦФ БАИ. Да, но они бить не стали его в итоге-то. Они, в общем, получилось-то как, если дальше вкратце. Они, он его говорит, ладно, раз так. Но видит, как бы, что он не ведется на то, что думал, хоть что-то будет оказывать, как бы, им. Что они его и толкали там в камере всяко, не пытались, никак. Он, говорит, взял меня, подошел, сфотографировал, ну, вот так, прям вплотную. Сказал, все, говорит, теперь держись, говорит, оглядывайся по сторонам. Уводите его и дальше проводите с ним действия. Они, в общем, там его повезли сначала досмотр машины, но тут я уже подъехал. Uh-huh. Я на камеру стал снимать. Подожди, ну, а потом, что... подожди, чем дело закончилось? Итог. По итогу они его после всего в наркологию отвезли, потом отвезли в отдел. Я говорю, на основании чего? Они говорят, 19.3. Подожди, в наркологии что сказали? Здоров? Да, здоров сказали. Uh-huh. Я как бы все рядом был тут, говорю, ну и что? Они говорят, тогда задержу вам дальше на... по 19.3, пока на до 48 часов, привезли уже в другой отдел. Мне не сообщили, но как бы я за ними ехал. Угу. Привезли в тот отдел, там дежурный к нему подходит. И говорит, ты, говорит, там панику навел, ты что ли, говорит, типа, по всем этим, все руководство у нас, говорит, там на панике. Что, ты, говорит, в теме? А он говорит, какой теме? И они говорят, да не, я, видно, оговорился, это не про тебя. То есть они что-то знают и боялись, как бы, говорить. Конечно. Вот, а потом, говорит, ко мне подошел другой дежурный, там должен был меня оформлять. И он меня, говорит, тоже сфотографировал. Я ему говорю, зачем ты меня фотографируешь, как бы я не даю разрешения. А он говорит, я тебя фотографирую для твоего же блага. Потому что то, что ты сделал, как бы у нас, говорит, могут и наркотики подкинуть, говорит, и избить, мало ли что. А я, говорю, специально, что в каком состоянии ты был, что если что сделают, я наоборот за тебя. И, короче, он говорит, потом час где-то продержал. Ну, говорит, все, как бы, вроде начальство поулеглось, все, давай, иди домой. Но, говорит, этот, никакого протокола уже больше не составляли. Те, что составили, как бы, у него на руках, и все. И говорит, подожди. Как бы, тебе ничего не придет. Подожди, копию протокола он взял? Да, вот у него там 4 каких-то протокола вроде ему выписали, а у него есть, да. Так, высылайте мне копии протоколов, когда это было? 2021 года. Так, да. Ну, жду бумаги, и пускай он мне сам позвонит. Как вот? Ага, хорошо. Алексей? Алексей, вот пускай мне позвонит, мне нужны детали. Это очень важно. Все хорошо, ладненько. Давай, жду. Ага, всего доброго. Подожди, от тебя тоже нужно разместить этот разговор для всех? Можно, да. Добро. Я не против. Давай, жду. Алло. Привет. А, привет, Антон, это ты? А что не скидываете информацию, не звоните? А я звонил сегодня, вот брат, ну, брата давал номер. Он сейчас у меня здесь. Давай я сейчас передам ему трубочку. Давай. Алло. Привет. Добрый вечер, Антон. Как зовут? Алексей. Ну, рассказывай, что произошло. Там за фару, да, остановили? Остановили, нет, за тренировку.
За тонировку? Да. И что? Что дальше? Ну, рассказывай. Ну вот, в общем, я ехал машину там продавать. Еду, и остановили меня, получается. Я им выхожу, говорю. Как бы они там представились, получается. Я им говорю, что давайте вы мне просто предупреждение сделайте. Потому что у меня штрафов нет, как бы. Да, и тонировку я машину купил, не имел возможности снять. Вот сейчас ехал в гараж, как бы, чтобы ее собрать. Они говорят, нет, мы тебя будем оформлять. Вот. В общем, выбежали. Подожди, это, давай лучше я буду вопросы задавать. Ага. Да ты долго будешь рассказывать. Я так понял, там на место вызвали начальника, да, какого-то? Кто приехал? Да, получается, я им говорю, вы же юридическое лицо, говорю, у вас должна быть доверенность. Они говорят, не юридическое лицо, я говорю, а как же, вы, полиция зарегистрирована. Подожди, подожди, меня это не интересует, я это все знаю. Ага. Меня интересуют детали. Я задал конкретный вопрос, на место приехал начальник. Кто приехал, звание, фамилию знаешь? Нет, не знаю. Звездочки бы, помнишь, какие у него на погоду? 4. Ну, капитан. Капитан. А как быстро он приехал? Приехал где-то в течение 4 минут. Где-то. Так, а дальше тебя там в отдел полиции доставили, да? 2 протокола? Нет, они доставили в наркологию, а после наркологии они доставили в отдел. Да? Где встретил меня капитан. Стой, стой. В наркологии ты что происходило? Ты подписывал что-нибудь? Наркологии, ну, подписал то, что будут проверять. Чего? Подписал то, что идет проверка на наркотики. Что-нибудь анализы сдавал какие-нибудь? Да. А? Да. Чего сдавал? Ночу. Так, и чего? А расписывался как? КСС, БПЮ. Угу. Так, и дальше что, сдал мочу? Мочу как сдал? Сдал мочу. Из рук в руки передал? Нет, не передавал, получается. Баночку поставил, они тест, я открыл, и они тест сделали. При тебе? Показал, ничего нет. Стоп, да. И тебе тест сделали? Прям не да. Выпуская баночку из рук? Да. Ну, из виду не выпускал ты ее, да? Да. Так, и дальше что? А вторую, ну, ничего не показал, а вторую баночку они, получается, ну, там, грубо говоря, не опечатали, а просто обмотали ее скотчем, и я там расписался на ней. Скотчем? Да. Малярно. Так, и что дальше? Повезли тебя в отдел полиции, да? Нет, должны были везти меня на место, где остановили, потому что все, как бы, вся процедура сделана. Хотели досмотр в том деле сделать, но повезли меня в отдел именно ГИБДД. Я говорю, а зачем вы меня сюда везете? Они говорят, нам нужно документы забрать. Мы подъехали туда, получается, и вышел капитан и с двумя звездочками там. Второй еще был. Его первый раз не было, потом второй раз уже дело вышел с двумя звездочками. Ничего не представился, сказал, давай выходи. Я говорю, вы меня принуждаете? Зачем мы сюда приехали? Опять я не принуждаю. Ну и вот такая полемика была. Потом в итоге они начали меня вытягивать. Я говорю, вы применяете силу, тогда я согласен. Вот, вышел, получается, в отдел мы прошли и зашли в комнату, где ни камер, ничего нет. Вот, и он начал говорить, ты что такое тут подписываешь? Ну, там, мотиви, короче. Подожди, плохо слышно. Что со связью? Ты можешь встать там ближе к окну или куда? Ага. Так, слышно? Да. Зашли в отдел и прошли в комнату, где не было камер. Ну. Получается, у которого две звезды больших, он говорит, ты что там вообще берега попутал? Ты что за роспись эти поставишь? Нормально расписывайся. Вот, я ему говорю, ну, такая роспись, говорю, у каждого своя, как бы. Он говорит, нормально, типа, пиши, ты что? Подожди, подожди. А где он увидел твою роспись? Не знаю, где он увидел, но вот капитан, как бы, не знаю точно, фоткал он, не фоткал,
Ну, он смотрел за мной пристально, когда я расписался. Где, в наркологии? Нет, не в наркологии, а на первой локации, получается, когда остановили. В протоколе? Да. Протокол по какой статье? Административка? Да, да. За тонировку. Так. И за алкоголь. В смысле за алкоголь? Ну, этот, трубочку дул, когда там тоже по нолям показало. Вот, и за это получается тоже. На месте этого задержания? На месте, да, да, да. Где автомобиль был? Да, да, да. Там все, капитан наблюдал, он меня еще пытался телефон там забрать, все. Вот, и говорил, давай нормально расписывать, все. И много раз забирал мне бумагу. Я говорю, да я хочу расписаться. Ну вот, как бы. Так, подожди, я ясно. В отделе дальше что происходило? Вот это с двумя звездочками, что он тебя хотел? Он сказал, расписывайся нормально, и ты что, относишься к секте СССР? При чем тут СССР? А я ему тоже говорю, я говорю, а при чем тут СССР? Он говорит, не надо включать дурачка, ты о всем понимаешь. Расписывайся нормально. А если ты еще будешь заявление на нас писать, то мы с тобой будем вместе встретиться. Блин, ты вообще невнятно разговариваешь. Ты можешь потрудиться нормально говорить? Он говорит, расписывайся нормально. Или мы с тобой будем разговаривать в другом месте. Если ты еще запишешь заявление на нас, и видео к этому будешь прилагать, которое ты, может, записывал, то ты будешь бледный вид у нас иметь. Чего будешь иметь? Бледный вид. Бледный вид? Да. Телефон вообще ужасный. Есть другой телефон под рукой? Можешь мне перезвонить на мой номер телефона? Ну, сейчас перезвоню. Потому что вообще слышимость ужасная. Ну, хорошо, сейчас перезвоню. Алло. Так, хорошо слышно? Ну, получше, чем на том телефоне. Там микрофон, я не знаю, что, или у тебя голос такой уставший. Ты пойми, что мы сейчас поднимаем очень важную тему, которая касается всех. А у тебя там бу-бу-бу-бу-бу-бу, что-то, микрофон страдает где-то, может, не это, внутри комнаты находишься, связь вообще страдает. То есть я этот звук потом за всю ночь буду мучиться, вытягивать хоть что-то, чтобы кто-то что-то расслышал. Поэтому я голос повышаю, потому что, ну, я тебе один раз сказал, ты все равно бу-бу-бу. Второй ну, раз... хорошо, буду погромче и почетче. Постарайся, пожалуйста, потому что, блин, я каждый раз это людям объясняю, поясняю. Все равно, вот даже тебе три раза пришлось это все сказать и даже попросить перезвонить, чтобы звук хоть чуть-чуть получше был. Хорошо. Так, что там дальше происходило? С двумя звездочками это кто? Тоже я не знаю, он вообще он не представлялся. У него ни знаков нагрудных, ничего не было. Большие у него звездочки были? Подполковник получил? Да, большие. Да, да, да. А твой брат говорил там, что что-то с области, с области какой-то начальник приехал в области? Нет, там никого не приезжал. Вот только как бы они были в отделе. Капитан и вот эти двое, ну, с двумя звездочками было. Ну и что они говорят? Секты СССР, я говорю, я не понимаю, о чем они говорят, что ты понимаешь. Ну и как бы там они мне говорят, нормально, типа, расписывайся, ты нас понял. Я говорю, я не понял, о чем он говорит. Ну и вот такая полемика была. И он еще когда подошел такой, говорит, ты типа петух, я говорю, а за слова ответишь, как бы. Он такой ступор стал, потом такой говорит, а ты еще борзый, что ли? Я говорю, нет, не борзый, просто говорю, такой человек, как бы. Ну и как бы и вот перепалка такая была, он говорит, все, я тебя запомнил, посмотрел там данные в протоколе и зафиксировал их. А что он там, угрозы еще, да, какие-то говорил? Ну да, он говорил, что я найду тебя потом, сделаю тебе больно. Записи с машины, с видеокамеры я посмотрю, что ты там вообще делал. И с тобой будем разговаривать потом в другом месте. А у тебя аудиозапись не сохранилась этого разговора? Нет, я не записывал. То есть ты как сам считаешь, была, он тебе угрожал? Ну да, угрожал. Он говорит, я тебе больно сделаю. Угу. Так, и что, а чем он мотивировал-то? Почему так нельзя расписываться?
Ну, просто говорил, что так нельзя, говорит. Ты сектант. А получается, они тебя заставляли по-другому расписаться? Да. Он говорит, нормально, расписывайся. Я говорю, ну у меня такая роспись. Они что, 2 новых протокола принесли? Нет, ничего не приносили, потому что дальше тоже был там досмотр, протокол. Или в дальнейшем нормально расписывать. Те, которые расписался, расписался, новых не давали. А что там брат говорит, 2 новых протокола принесли, закрывали руками, заставляли именно расписаться по новому? А, ну они у меня вначале вырывали, говорили, нормально, расписывайся. Я говорю, у меня такая роспись. Я опять начинаю писать, они выдирают у меня. А ты как писал? C.F.by.AR? Да. Ну и подпись зачеркиваю, роспись писал. Ага. А эти копии протоколов остались? Да, блин. Пришлите мне фото. Так, и что, тебя отпустили? Нет, поехали, получается, после этого на место, где меня остановили, досмотр сделали. Чего? Досмотр чего? Автомобиля. А, вот еще капитан говорил в самом начале, он говорит, у тебя в машине... камень, что ли, есть? Я говорю, я вроде на карьере не работаю, говорю, камней нет. Что значит камень? Не знаю, наркотики, может, имел в виду. Так, и что? Может, сделали досмотр, дальше что? Сделали досмотр, повезли в отдел. Так. Приехали в отдел, там, получается, они все документы передали, дежурный сказал, я ему рассказал всю ситуацию, он сказал, все понятно, и поступили. Чего? Опять плохо слышно. Хорошо. Дежурный, получается, сфотографировал меня вначале. Я говорю, зачем фотографировать? Он говорит, а у нас всех, кого приводят, фотографируют. Потом я ему говорю, ладно, понял. Он полицейский мой, передали ДПСники все документы и уехали. Я остался с дежурным. Дежурный спросил меня, что было вообще. Я ему все рассказал. Он говорит, ДПС, если по-нормальному говорить, по-человечески, то они говнюки. Вот. И сказал, ладно, посиди. Я посидел, говорит, ладно, все, давай, езжай. В отделе никаких документов, ничего не показывал, не спрашивали. Вот сказали, все, иди. Что, непонятно опять было? Так ты, я не знаю, то ли у тебя голос уставший, или что, ты как-то вроде сначала громко начинаешь говорить, а потом у тебя голос затухает, и какие-то слова невнятные вообще. В отделе, получается, дежурный мне сказал, что все, иди домой. А протокол ничего не составляли? Ничего не составлял, все сказал, иди домой. А этот дактилоскопию там пальцев? Нет, ничего не было. Только сфотографировал меня и все. А что он говорил? Это для твоей же безопасности? Да, он сказал, для моей безопасности, еще спросил, били тебя они или не били, как состояние здоровья у тебя. Это все спросил. Сказал, что ничего не было. Все хорошо. Получается, все. Он говорит, точно ли, может, у тебя до этого какая-то травма была. Можешь ее сказать, ездим, проверим. Если что, на них заявление напишешь. Но это уже без присутствия было сотрудников ДПС. Получается, ты всего 2 протокола подписал, да? За синьку и за тренировку. Да. А, нет, еще там было. В машине еще писали, когда протокол досмотра был еще. На сопротивление 19.3. Ну, тебе, вышли мне все документы, которые у тебя есть. И мне от тебя и от твоего брата нужно добро на размещение этого разговора в интернете. Потому что, я так предполагаю, что вот эта подпись TFBY для них это как ЧП областного масштаба. Вот, естественно, я все ваши данные замажу, все вырежу, то есть все будет анонимно. Даете добро? Ладно. Да, хорошо.
Давай, жду от вас это бумаги. А суд... Всего доброго. А суд когда, не говорили? Суд? Повестку выписывали? Не было. Нет, повестки не было. Угу. Я так понял, ты в итоге везде в всех протоколах написал CFBY, да? Правильно? Все верно, да. Везде расписывался CFBY? Да. Молодец. Молодец. Это, значит, смотри, насколько я понял, копия первого протокола, копия второго протокола, копия протокола досмотра и копия медицинского освидетельствования. То есть, как минимум, 4 бумаги должно быть. 4 бумажки. Скорее, да. Скорее всего, их будет там 5 или 6 будет. Ну, посмотри внимательно, вспоминай. Мне достаточно фото, то есть это, только фоткай так, чтобы это, было видно края, ничего не обрезано было. И четкие фотки. Все, давай. Хорошо. Все, доброго. Давай. Благодарствую. Так, один раз при получении пенсии написала CFBY AR, а в следующем месяце попросили подписать как обычно, мол, у них не проходит эта надпись. Переделали отчетный лист за прошлый месяц. Ну, не знаю, почему вы пенсию под принуждением под вашу ответственность получаете. Вас же, по сути, никто не принуждает. Хотя создали такие условия в стране, что люди вынуждены даже вот за этой пенсией гоняться. Так называемой пенсии. Потому что это выплата страховых взносов, как многие говорят. Ну, в принципе, да, логично, можно так написать. Не проходит. Вот я говорю, то есть, мне уже множество подтверждений, что это работает. Ни один документ с этой надписью не проходит в системе. Они не могут ничего с ним сделать. Почему? Потому что вексель аннулируется таким образом. Потому что это сделано недобровольно. А недобровольная бумага не имеет силы. Вы почитайте любое, вот даже законодательство РФ. Любая сделка, совершенная путем обмана или недобросовестно, является недействительной, что-то там, ну, в общем, несовершенной вообще. Вот. Все делается за счет добровольного согласия. А когда вы пишете под принуждением, да еще под вашу ответственность, все. В бумаге нет цены. Она ничтожна становится. И они с нее не могут ни вексель делать, ни провести, ничего не могут сделать. Так, я спросила, вы хотите сказать, что опекун не может снять мою пенсию порядка 200 тысяч в ответ мычания. Это на почте, да? В ответ мычания. В следующем месяце обязательно поставлю только не CR, а C.F.BY. Потом можете закорючку поставить, можете не ставить. Потом А, потом R. Ну, сколько вам показывать-то? C.F.BY. Потом можете ставить за гагулину, можете не ставить. Потом A.R. большими. Еще раз. C. Видно, да? C.F.BY. За гагулина A.R. Можно за гагулину не ставить. Все на ваш выбор, как посчитаете нужным. Так, Екатерина своя собственная спрашивает. Антон, с векселями есть сдвиги? Может, кто делился опытом? Ой, сейчас векселем кто только нет. Обратите внимание на Николай, сын Леонардо. Канал есть такой. Давайте я вам покажу, потому что у него что-то незаслуженно мало подписчиков. Николай, сын Леонардо. У него тут всего 600 подписчиков, но он такие вещи рассказывает. И у него есть канал TikTok. Так вот, там что-то 40 или 60 тысяч подписчиков. Вот он это. Индосаммитную надпись тут все на примерах показывает. Как заполнять. Что делать, куда отправлял. То есть, смотрите, очень интересный канал. Вот возврат без акцепта, он там бумаги возвращает. Вот пишет, что банк проиграл суд. Налоговая что-то там проиграла. Приказ, оферта, главным судебным приставом. У него тут очень интересные материалы. И еще есть живой человек Игорь, что ли, из Москвы. Точно, вот он. Живой человек Игорь, так и называется канал.
У него тоже очень много интересных вещей. Вот он рассказывает, как, почему протокола имеют все признаки векселя. Как вот он обратно отправлял какие-то бумаги. Тоже вот он векселями занялся, это все рассказывает. Ну, я вот вообще им восхищаюсь, потому что он живет в Москве, и он вынужден каждый день вот это вот наблюдать. Вот у него через одно видео каждый раз вот эти вот маски, вот эти маски-шоу. И при этом у него хватает времени на изучение вот этого всего вексельного права, протоколов. Ну, вот смотрите, советую вот эти каналы. Очень много информации дают. А у меня практически нет, но у меня есть в окружении люди, которые наши это и распечатали книгу Топоркова, и там другие вексельные книги. То есть я вот на канале Сургутнадзор в Телеграм, я туда в основном информацию выкидываю по векселям, что нахожу, а народ сам изучает, и мне уже какие-то выводы конкретные это направляет. Ну, пока не готов об этом всем говорить, потому что я привык проверять это все на практике, а потом уже говорить об этом. Так, CFBY AR, где почитать про это? Благодарствую. Есть такая штука, Google называется. Вот здесь прям пишем. Во, прям Google даже знает, что это такое. Видишь? CFBY AR. Подпись под давлением. Открываем, смотрим. Аж в 2013 году написано. Викоактус. Смотрите, статья аж в 2013 году написана. Вот, читайте. Что это такое? Ой, тут много написано. Ну, читать не перечитать. А еще можно по картинкам. По видео, вот потыкать видео. Ну, тут вряд ли что найдете. Есть видео, ну вот так, если без пробела, то вот есть видео, подпись, паспорт. Кто-то пытается в паспорт это написать. Есть видео на Ютубе. А, видео недоступно, да? Ну, хорошо, давайте с другой стороны зайдем. Неуловимый русский есть такой. И есть такое видео. Осознайте свое я, Юр и физлицо, неуловимый русский. Вот здесь он рассказывает про этот CFBY. Хотите видео смотрите, хотите статью читайте. В интернете полно информации. Научитесь искать ее. Почему-то был скрыт комментарий. Так, квитанция с ЖКХ это вексель. Кто-то пробовал эту попрошайку нашпиговать и отправить? Я слышал, что такие попытки предпринимались, и мне о таких попытках сообщали. Но результат до сих пор никто не сообщил. То есть ждем. Многие люди запульнули, тестируют и с эндосамитной надписью, и без, и всячески, короче. Тестирует народ. Тоже не сидите на месте, тестируйте, изучайте вексельное право. Так, как закрыть правый нижний угол? Так, сейчас покажу. Видно, да? Так, вот это протокол, составленный по статье 19.13. Кстати, по нему отказной материал пришел. И по административке, и по уголовке. Здесь вот как раз не разъяснили CFBY.AR. Где тут еще? Этот протокол не принял ни суд, ни полиция по административке, ни там, ни МВД, не помню кто. А, да, МВД, ни по уголовке. Везде отказ. Это факт. Вот CFBY еще. Эту бумагу я выкладывал. Можете посмотреть. Страница ВКонтакте, Сургутнадзор. Пролистайте там. Документ в общем доступе. Ну, а вот тот самый правый угол, про который вы спрашивали. Двоеточие, Антон, точка. Тут типа что-то предупрежден, предупреждена. Я пишу, не разъяснили. CFBY AR. Под принуждением, под вашу ответственность. Обратите внимание, ни закорючки, ни росписи, ни подписи нету. А вот Стесюк, написав свою фамилию собственноручно от руки, взял на себя всю ответственность.
Вот если кому-то и прилетело за данный протокол, то в первую очередь ему. Внимательно изучите статью «Гражданский кодекс», статья 19, правый нижний угол. Чтобы никто не смог написать ничего правее и ниже. Так, а если протокол в рамке, где ставить роспись? В правом нижнем углу в рамке или за рамкой? Ага, хороший вопрос. Еще раз показываю. Я вот когда ставил, я тоже этим вопросом задался. То есть видим, да, вот листом он вот здесь заканчивается, а рамка вот здесь. Я когда хотел закрыть, я думаю, у меня первая мысль была именно правый нижний угол, именно вот здесь вот написать, еще ниже, еще правее. Но потом я это что-то помыслил, думаю, в принципе, окончанием-то вот этого документа является именно рамка, а не вот это белое, как бы, за рамье. То есть, ну вот здесь даже видно, да, вот. Вот левый угол, он обрезан. Не до конца, но обрезан. Или вот здесь вот, допустим, да, вот тут прям впритык. То есть, видно сразу, что рамка вот здесь заканчивается. То есть, сам документ, протокол, он не является листом, а он нарисован на листе в виде рамки. То есть, рамка – это и есть протокол. То есть, если бы вот здесь поставить, то закроешь бумагу. Ну, не знаю, я почему-то решил вот так вот написать. По идее, вот по вексельному праву, вот самый правый нижний угол. То есть, вот здесь еще кто-то может что-то дописать. Но я в тот момент почему-то вот посчитал, что нужно именно в рамке поставить. Но в правом нижнем углу. Все.